Тина место. Чита зайку. Вы слушайте, а мы едем. Сади ее. Сейчас. Вот как бы подруга. Уши некорректные у них. А что там есть? Лежат. То есть они... Клиент надо. Я ж не знал, что понимаю, это самое, понимаешь, это самое у него уши. Некорректно лежат уши. Лезть надо? Нет, не подходи. А где диплом-то? У меня сумки. Для этих дел надо брать портфельчик вот такой. Как у них тоже гулища цветная? Деньги зарабатывают. У них камера за 1000 долларов. Я тебе говорю, деньги зарабатывают. Я тебе так этому говорю. Ты с ума ты не сходишь. Ты собой, конечно, продаешь. Продаешь. Нет, слушай, меня больше. Продается все. Только надо продавать. Ты у нас директор. И... Ты будешь решать все вопросы. Не паниковать, понимаешь? Без паники. А я паникер. Вон через месяц она продала ту нашу сестричку. Что ты делаешь, не понимаю? Скажи, пожалуйста. Пора бы, наверное, мне кажется. Да. Пойди. Мне надо потом за Фиму... Их надо домой отвезти, наверное? Да. А как две разные собаки? Собаки, что? Так, ну ладно, я не знаю.
локоть руки в пасть, вот засуп. Тима? 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 Устала. Почему так много трубок убегает? Бабушки там.